Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милан. Сегодня мы будем распаковывать посылки с моим младшим братом Святиком. Поехали! Святик, посылка. Я буду распаковывать вот эту толстенькую, пожалуйста. Ладушки. А я смотрю, что там. Ой, здесь что-то нормально. Интересно, что это. Губная гармошка. Вообще классная. Штучка, поиграть дома можно. Это я ложу в сторону и давайте их следующих кусочек. Интересненько. Это что-то маленькое, но голубое какое-то. Как моя футболка цвет похож. Да. Я, кажется, знаю, что это Святик. Тебе так нужна была эта гармошка. И она теперь зубы. Это зубы. Зубы. Такие вот голубые зубы, хотя они должны быть другого цвета, это логично. Ну ладно, хороший зуб, в принципе. Только надо еще догадаться, что их надо сгибать. Такие вот зубы. Укладываем их в сторону и открываем следующую рисунку. Так, это фиолетовый. Вот бы коробку, думаю, это не... Да, вот здесь просто. То, в принципе, я не буду эту вещь просто, поэтому... Ну, это, в принципе, такой карандаш. Я думаю, бывает это фломастер. Здесь вот, видите, зеленый карандаш. Очень похоже на фломастер, можно перепутать.
тяжело, конечно, открывать. Ну, в принципе, вот такой вот карандаш. Можно так писать местами, вот такое видео ко мне пришло. Напишите в комментариях, в каком виде к вам пришло, если вы заказывали. Интересно. Мне вот такое видео пришло. Синий, зеленый, розовый, желтый, красный, оранжевый и фиолетовый. Сверху вниз. Кладем наш шторм и откроем последний. Это там плоская очень. Там не видно пока ничего. Ой, там какое-то украшение. Это золотой. Ужас. Вот, это портрет крестик. Вот такой вот золотой браслетик крестик. Можно типа на улицу, на дискотеку тоже одеть, прикольно будет. Вот такой вот. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, если тебе понравилось мое видео. Всем пока!